Как же? Je me méfierais de cet homme. Quel genre de méfait as-tu en tête? Laissez-moi partir. Je suis une bonne âme, je le jure. Это епископ. Пока все хорошо. Хочу немного помочь. Мы узнали нечто очень важное. Анализ данных показал, что мудрец, которого мы ищем, великий магистр тамплиеров. Это за ним охотится Арно. Лучше не придумаешь. Вот, все установлено. Пользуйся с умом. До связи. Куда пошел? Обделался? Штаны надо сменить. Il va se faire mal.
400 дворян с оружием, Анаре! Если бы не генерал Лафайет... Хватит! Хватит! Здесь вам не рыночная площадь! Слишком много слов, да мало дела! Ну, хоть кто-то с добрыми вестями. Арно, что ты узнал у ювелира? Яд. Они учатся. Жермен сделал эту булавку для человека по имени Лафреньер. Ты уверен? Уверен. Магистр Делосар верил в его преданность. Что ж, твоя задача ясна, Арно. Найди Лафреньера. Я нашел его, месье. И все решил. Ты что это несешь, щенок? Я узнал, где Лафреньер, затем пошел и убил его. Не слышал? Ты что, с ума сошел? Ты смел нарушить меня? Еще раз ослушаешься, Я лично придушу. Совет ценит твое рвение. Но помни, цели выбираешь не ты. Ты должен был прийти к нам. Простите, учитель. Мне казалось, я нашел виновного в смерти месье де Лассера. Некоторые факты указывали на то, что в будущем он собирается нанести удар по братству. И я решился. Казалось, некоторые. Но теперь я не понимаю его мотивов. В его памяти я увидел, как он писал месье де Лассеру, предупреждая об опасности. Перед войсками он говорил про нападение на клуб в Море, а не про наш. И что ты думаешь? Не знаю. Я хотел бы узнать больше. Не одобряю. У юноши бесспорно талант. Но жажда мести ослепляет его. Пусть продолжат другие. Времени нет. Планы Лафреньера воплотятся в жизнь сегодня. Он спросил разрешения, Гиом. А? Ступай, узнай, что сможешь. Но без лишней спешки. Да, учитель. Как жизнь, Арно?
с военной внимательностью. Рано или поздно мы сами их найдем. Говори. Je vous suis à jamais redevable. Merci. Je vous suis à jamais redevable. Merci.